Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня с утра планировал выехать на рыбалочку, половиться за ночь на фидер, но погода несла свои коррективы, планы поменялись, и поэтому, думаю, сниму-ка я вам видео, покажу, как я готовлю судака. На мой взгляд, эта рыба не самая вкусная, но ее можно все-таки приготовить вкусно. И что мы сейчас с вами сделаем. Ну а так как рыбка, судачок у меня вот такая вот, есть еще один побольше, ну сколько здесь? Тяжеленький такой, килограмм 4, то наверное 3 есть. Готовить его будем на обжаренном, на подложке из картошечки. Очень интересный рецепт, вот никакой полник у него, шипы острые. Так, ну что, значит, приступим. Так, сейчас его разделаю на филешку, наверное, чтобы не затягивать видео, по разделке судака видео полно. Его разделаю на филе, и мы потом к нему вернемся уже, когда он будет готовый. Хорошо, чтобы возиться с ним. Перед камерой не буду. Сейчас быстренько его забацаю. Вот такой судачок у меня. Свеженький абсолютно. Вот, друзья, я быстренько разделал судачка. У меня получились две вот такие вот филейки. Сейчас я сниму с них кожу. Остов, который можно выкинуть. Вот, срезал с него щечки. Вот маленького вот мяска, молоки. И брюшки. Мы их отдельно пожарим. Это выкидываем в мусор, остов. Сейчас я сниму филе, и мы продолжим. Ну вот, друзья, судачка я разделал. И вот с такой вот рыбки получилось вот столько вот всего съедобного. Чего в нем хорошего находите, я не знаю. Так, ну ладно, сейчас я маленько приберу, и мы вернемся к нашему филе. Потому что, чтобы потом не говорить, что у меня тут филе трески какой-нибудь. Это судак, все по-честному. Есть косточки, сейчас я повыбираю, маленькие еще есть. Судачка я разделал. Теперь как я предлагаю вам его приготовить, попробовать. Он сухой. И как бы там своего выраженного вкуса у него какого-то нет. Значит, надо как-то его маленько оживить. И сейчас мы сделаем следующее. Так, возьмем судачка филешки. Разрежем такие на хорошие порционные кусочки. Так, вот. Теперь эти кусочки перчим хорошенько, чтобы они хоть маленько какой-то имели вкус и запах. Добавляем ваши любимые приправки. Так. Немножко присаливаем. Так, и добавляем его жирности. Сам он сухой. А сейчас мы добавим сюда мазика в него. Он на масле делается. Так. И теперь все это дело вот так вот тщательно перемешиваем. Так. Все. Теперь накрываем тарелкой и даем этому делу постоять хотя бы минут 30. А лучше час. Чтобы это все напиталось. И потом будем уже готовить. Оставайтесь с нами, увидите продолжение. Пахнет уже вкусно. Так, с брюх надо срезать. Тоже филеху. Что она будет пропадать? Ну вот, рыбка промариновалась. Прошел примерно час. Теперь мы берем ее, разбиваем растительное масло в сковородке, и вот эти куски уже филе обваливаем в муке. Можно в сухарях, там что нравится. И обжариваем быстренько на масле. Ну все, жарим до образования пластинки корочки. Рыбка жарится быстро, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Готова одна сторона. Сильно рыбку пересушивать не надо. Жарим сильно на огне. Быстренько раз-раз. Тогда она у вас будет все более-менее удобная. Все, жарим еще 2 минуты с этой стороны. Так, ну вот, рыбка поджарилась.
выкладываем ее на тарелочку. Так. А дальше делаем следующее. Вот в этот масло, где тут остатки муки у нас, кусочки нынешнего теста получилось, темпура, высыпаем лучок. И тоже обжариваем его до золотистой корочки. Так, ну вот, лучок зазолотился. Теперь он стал вкусным. Мне надо его выловить и распределить вот так вот по рыбке. Это придаст дополнительный вкус рыбе. Так, готово. А вот в это оставшееся масло мы сейчас возьмем и забросим вот эти вот оставшиеся кусочки от рыбы. Маленькие бредочки всякие, которые не кондиция. И быстренько их тут обжарим. Я тоже их предварительно маленько посолил, подперчил. Икра. Щеки. Щеночка тут. Жарим до образования тоже корочки. Так, а также к этим вот остаткам судака добавим пузыри. Видео, которое мы смотрели по разделке рыбы для вяления сорной икра. Ну и все, что осталось, все скидаем сюда тоже. Так, ну вот, друзья. Наш судачок готов. Подаем его на подложке из толченой картошечки. С овощичками свеженькими. Все, получилось вполне съедобно. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем до встречи. Все, всем пока.